Добрый вечер, Алексей. Добрый. Меня хорошо слышно? Хорошо. Отлично. Алексей, давайте познакомимся. Меня зовут Михаил, и я сейчас проведу для вас скайп-собеседование. Скажите, пожалуйста, как давно вы ищете работу? Совсем недавно. Совсем недавно. А чем занимались ранее? Ну, я строитель вообще. Строитель. Не без бюро. А рассматриваете варианты работы в интернете, то есть удаленно? Конечно. Хорошо. Сейчас работаю. Конечно, сейчас во времена кризиса уже не то, что зарплату сокращают, но и людей очень часто увольняют. Сейчас с работы очень так напряженно дела обстоят у многих. Хорошо, Алексей, я вам расскажу немного о нашем проекте. Мы развиваем интернет-магазин. Как вы, наверное, уже знаете сами, через интернет сейчас не только сотовый телефон интернета платить можно, уже и документы на паспорт, на загранпаспорт можно подать, очередь в больницу встать и так далее. То есть, как и любая компания в мире, независимо от того, какие продукты она выпускает, какие услуги данная компания оказывает, любая компания заинтересована у нас в увеличении товарооборота. Чем больше товарооборот у компании, тем больше, соответственно, ее прибыль, тем больше зарплаты у ее сотрудников. Также и в нашем интернет-магазине. Мы создаем наш товарооборот, у каждого он свой, и с данного товарооборота мы будем получать свой определенный процент. Примерно 10% от общего товарооборота нашего интернет-магазина – это наша зарплата, наше вознаграждение. Здесь нет никаких фиксированных окладов, то есть вы месяц работали, не работали, неизвестно чем занимались, получите свой оклад. Здесь такого нет. То есть зарплату вы получаете только за проделанную работу, за тот результат, которого достигли. Работаем в интернете с хозяйственными товарами. То есть средства личной гигиены, косметическая продукция. Скажите, пожалуйста, вы зубы чистите? Да. Такой глупый вопрос вроде, но который показывает нам, что все люди, независимо от того, какой сегодня день недели, время года, кризис на дворе, не кризис, все люди чистили зубы, умывались, купались, принимали душ и так далее. То есть пользуются все средствами личной гигиены, косметическими средствами женщины. И вот мы работаем со шведской компанией Oriflame. Слышали такую компанию? Да. Какие раньше были представления о компании Oriflame? Как можно было заработать по-вашему? Какая информация вообще о компании Oriflame у вас имелась? Я только слышал. То есть никакой подробной информации у вас не было? Как зарабатывать тоже вы не знаете? В Oriflame? Нет, нет, нет. Угу. Ну, я вам сразу скажу, что большинство людей, у большинства людей имеется такой стереотип, что Oriflame – это беготня с каталогом, что это продажи, сколько продаж, столько и заработаешь. Здесь, да, есть такой вид дохода, но он настолько мизерный, там 3-5 тысяч, ну, если быстро бегаете и много каталогов можете разносить, ну, 10 тысяч. Но пока вы бегаете, да, вы зарабатываете. Стоит вам остановиться, соответственно, захвата никакой нет. Мы зовем вас, соответственно, не на продажу. Как я говорил, мы создаем с вами групповой товарооборот, с которого будем получать уже свой процент. Мы приглашаем людей также в бизнес посредством досок объявлений, посредством соцсетей, посредством личных контактов со своими друзьями, родственниками, знакомыми и так далее. То есть в первое время, пока вы обучаетесь, пока вы проходите у нас бизнес-школу, кстати, обучение у нас все бесплатно, о нем чуть позже скажу, мы будем разговаривать с вашими людьми. То есть пока вы сами еще не можете донести до них суть всего бизнеса, опять же, у многих людей стереотип, что это беготня с каталогом, здесь нужно с этим стереотипом, с их возражениями работать. И работать, помогать вам будем мы уже. Через соцсети, доски объявлений мы строим свою команду. Людей мы учим, как перевести наш привычный магазин, там Магнит Косметикс, Ревбош, Литуальную, в каждом городе свои магазины хозяйственных товаров. Ту же самую зубную щетку, зубную пасту, мыло, шампунь, мы же ходим где-то покупаем. В данном случае мы покупаем уже в интернет-магазине компании Oriflame. То есть весь бизнес строится на личном потреблении.
каждый для себя берет по чуть-чуть и складывается из этого большой товарооборот. Допустим, какую зарплату вы хотите сейчас получать? Ну, хотя бы 20. 20 тысяч, хорошо. Для того, чтобы получить 20 тысяч в месяц, вам необходимо создать групповой товарооборот в 200 тысяч рублей. То есть здесь уже как быстро вы создадите такой групповой товарооборот, все зависит только от вас. В нашей команде есть люди, которые делают этот результат уже за месяц. Есть люди, которые за 3 месяца, как, например, у меня супруга, мы вместе с ней работаем. Я как бывший полицейский, чуть-чуть помедленнее, пока во всем разобрался, вник в курс дела. Я за 8 месяцев вышел на данный доход. То есть все зависит от ваших действий. Есть люди, которые за год выходят на доход 100 тысяч рублей уже в месяц. На первый взгляд деньги могут показаться большими и нереальными, но, как я уже говорил, любая компания заинтересована в увеличении товарооборота. Если вы можете создать товарооборот в 1 000 000 и более, ваша команда, то есть в вашей команде много людей, все также купаются, чистят зубы, соответственно, потребляют продукцию, то компания будет вам платить такие деньги. Деньги перечисляются у нас на лицевой счет в банке, никаких киви, кошельков, веб-мани, ну, таких электронных денег здесь нет. Вы получаете справку о доходах, вы получаете со своего банка выписку из лицевого счета, и с данными документами можете обратиться в любой банк для получения, допустим, там, автокредита или ипотечного кредита. По поводу обучения. За 3 года существования нашего проекта у нас построена такая хорошая структурированная система обучения. Данное обучение мы в свое время, когда учились сами, покупали всевозможные пакеты, проходили тренинги, все это за деньги. Сейчас мы заинтересованы передать вам данный опыт, все, что мы знаем, совершенно бесплатно, чтобы вы как можно быстрее начали зарабатывать, начали получать свою зарплату. От того, что мы вас зарегистрируем в компании Oriflame и не научим, то есть вы зарегистрировались, все, больше ничего не делаете, компания нам ни копейки не заплатит. Компания заплатит нам за то, что мы вам помогаем, только в том случае, когда вы начнете получать зарплату. И чем больше ваша зарплата, тем больше, соответственно, наш определенный процент, который будет выплачивать компания. Такой взаимовыгодный бизнес. И пока вы обучаетесь в нашем проекте, пока вникаете в курс дела, мы будем помогать вам наполнять ваш интернет-магазин уже новыми партнерами. У нас ежедневно в команду приходит порядка 15-30 человек. Каждый день по-разному. Сейчас летом статистика чуть-чуть такая более колеблется, особенно в выходные, когда люди разъезжаются. В среднем 15-30 человек в день приходят к нам в проект. Вот такая у нас спонсорская поддержка всех наших новичков, всех наших партнеров. Мы обучаем, поддерживаем. В следующем году компании исполняется уже 50 лет. То есть это говорит о том, что компания долго на рынке, что это уже гигант, что это не однодневка, никакая не финансовая пирамида. Никаких вступительных взносов, ежемесячных платежей, обязательных там покупок, ничего этого нет. То есть никаких обязаловок, как говорится, здесь нет. Ну и в отличие от финансовых пирамид, где вступительный взнос огромный, где обещают вам 10% годовых и пассивный доход, ничего не делая, здесь этого нет. Здесь только компания будет платить за те действия, которые вы совершите. Какие вопросы на текущий момент, Алексей? Пока никаких. Пока никаких. Интересен данный вид деятельности? Так интересно. Отлично. Смотрите, пока вы не попробуете, вы не узнаете, что это такое. То есть подходит вам, не подходит. На текущий момент, если вы даете положительный ответ, если даете согласие на регистрацию, у вас имеется 3 месяца пробного периода, так называемый тест-драйв. То есть вы регистрируетесь, смотрите, вникаете в суть дела, обучаетесь, начинаете работать. Если за эти 3 месяца вы не совершаете ни одного заказа, то есть у нас есть такое понятие, как активационный заказ.
Заказ ничем не регламентируется, не лимитируется, то есть можно заказать как один кусочек мыла за 35 рублей, так и большой заказ на всю семью необходимых средств. Если вы заказ не совершаете, соответственно, вас как неактивного партнера система удаляет из базы. Если вы заказ совершаете, то вы наш партнер еще как минимум на 2 года. Все, больше никаких обязательных заказов здесь нет. Единственное, для активации личного кабинета и для дальнейшего сотрудничества нужен будет первый активационный заказ. Ну, а в принципе, изменяя привычку ходить в привычный магазин за необходимой продукцией, мы быстро обратимся к интернет-магазину Oriflame и закажем ту же самую пену для бритья, шампунь или тому подобное. То есть такие вещи, которые у нас постоянно заканчиваются. Не говоря уже про девушек. У нас, например, в семье, мы с супругой вместе работаем, и у нас в команде почти 3000 человек. Товарооборот нашей команды составляет, в зависимости от разных месяцев, от миллиона до миллиона 400 тысяч рублей. Соответственно, зарплата наша суммарная от 90 до 150 тысяч. Хорошая зарплата? Хорошая. Хорошая, да. И уже как-то вроде получили деньги, а где они? То есть уже запросы выросли, хочется больше. И в компании Oriflame такая возможность есть. Я как бывший полицейский, уходя из полиции, очень стал ценить свое свободное время. Особенно, когда его не было. И сейчас, работая в интернете, мы не привязаны к какому-то месту конкретному. Сейчас я дома провожу собеседование, завтра я в гости уехал, послезавтра за границу куда-нибудь уехал. Главное при себе иметь телефон, смартфон или ноутбук, планшет с выходом в интернет. Все, вы можете работать в любой точке земного шара, оставаться на связи и развивать также свой бизнес через интернет. Итак, Алексей, ваше решение... Какой на текущий момент? Попробуем. Попробуем. Хорошо. Я сейчас передам заявку человеку, который вас пригласил, Галина Брюханова, если я не ошибаюсь, посмотрю сейчас в табличке. Она с вами связывается и уже регистрируйтесь в нашей команде. Буду рад вас видеть в числе наших партнеров и вместе уже сотрудничать. Хорошо. Спасибо большое за внимание. Успешного окончания дня и до скорых встреч уже в нашем проекте. Всего доброго. До свидания.